Дорогие садоводы и огородники, компания Premium Seeds продолжает выявлять и предъявлять фальсифицированные семена наших сортовых гибридов, которые вы можете встретить в семенных магазинах вашего города и которые к нашим семенам не имеют никакого отношения. Суперпучковой укроп Владыка. Этот знаменитый сорт был зарегистрирован в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных на территории Российской Федерации в 2015 году, и который уже завоевал сердца наших садоводов и огородников, и отзывы о котором вы можете увидеть внизу под нашим видео. ООО «Премиум Сидс» с момента регистрации укропа «Владыка» является единственным производителем и продавцом семян укропа «Владыка». Мы продаем семена укропа «Владыка» вот в таком оригинальном цветном пакете с нашим зарегистрированным товарным знаком. В настоящее время на торговой площадке «Озон» появился вот такой укроп «Владыка», который к нашему «Владыке» не имеет никакого отношения. Мы купили этот укроп, посеяли. Рядышком за контроль посеяли наш укроп «Владыка». Результаты вы можете видеть на своих экранах. Этот укроп оказался с низкой схожестью, слабо облиственный, вообще не кустовой формы. Да и, честно сказать, сортом его назвать язык не поворачивается. К нашему укропу «Владыке» не имеет вообще никакого отношения. Дорогие садоводы и огородники, выращивайте наши оригинальные сорта и гибриды и наслаждайтесь.